20 апреля в Москве на стадионе «Локомотив Перово» завершился первый турнир из большой серии 13-го международного фестиваля «Локобол-2019». Открыл фестиваль турнир кандидатов в локобольцы, где играли самые юные участники соревнований. 15 команд мальчиков 2010 года рождения и один коллектив девочек 2009 года рождения из Москвы и Московской области. В решающем матче встретились столичная ЦСКА и «Спартак». Победитель определился лишь в серии пенальти. Удачливее оказались армейцы. Бронзовые медали завоевал московский «Локомотив». Первого апреля также завершился первый межрегиональный этап 13-го международного фестиваля «Локобол-2019» среди девочек. Путевку в суперфинал фестиваля разыгрывали 8 команд 2008 года рождения из Москвы и Московской области. Победителем стала столичная Чертанова. Серебро выиграла Царицына, бронзу – Строгино. Самое главное, что мы стартовали в хорошую погоду, в солнечную. И такое же настроение сопровождало весь турнир. Нет ни одного турнира в России, такого как «Локобол», который проводится абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. У нас проходит в 85 существующих субъектах Российской Федерации. Представляете, то есть от Калининграда до Камчатки, Чукотки, Сахалина и сверху вниз и